мы сегодня идем в магазин, который я довольно редко посещаю. Это американский магазин, называется Banana Republic. В нем очень красивые вещи продаются. Вот так вот он называется. Видите, не знаю, вам видно. Banana Republic. Но я, может быть, напишу потом. И он любим очень многими американцами и канадцами. Сейчас мы поснимаем витрины, а потом мы пойдем внутрь. И мной тоже он очень любим был. Потом он стал безумно дорогой. Просто безумно дорогой. Это был один из самых моих любимых магазинов, но с тех пор, как они жутко подняли цены, я в него стала ходить очень редко. Потому что, ну, когда у них очень сильные распродажи или очень сильно сильные скидки какие-то, потому что, ну, вот просто цены абсолютно запредельные. Ну, давайте пойдемте посмотрим, что-нибудь померяем. На самом деле, в нем есть очень красивые вещи. Ну, во всяком случае, были раньше. Качественные, хорошие. Вот мне очень приглянулась вот эта юбка, которую я видела на витрине. Вот такая блузка красивая. Немножко поснимаем. Поснимаем в магазине, а потом пойдем примерять. Ну вот, пожалуйста, $260 она стоит. Здесь бывают хорошие скидки очень часто, но я там отразилась, по-моему, желтый пиджачок. Бывают очень хорошие скидки. $150. Но вот это, видите, он на сейле, между прочим. Потому что так он стоит дороже, желтый пиджак. Но скидки бывают все реже и реже. Если раньше здесь были скидки практически каждый, ну, я не знаю, практически раз в месяц, они выставляли, допустим, 50%, 60%, $95, то сейчас вот даже сейчас ничего нету. То есть у них есть, допустим, у них есть сейл, всегда есть сейл, но, смотрите, свитера уже продают. Но $310. Наверное, он кашемировый. У них часто есть кашемир. Они еще делали, допустим, 50% мужской отдел, видите, тоже есть. Они еще делали 50%, например, с распродажи. Плюс 50%. Сейчас как бы это практически очень-очень редко. Очень-очень редко бывает и практически никогда. Я почти что перестала сюда ходить. Хотя, видите, вот здесь есть красивые вещи. Ну, вот пиджак стоит $300. Юбка красивая. Ой, какая красивая кофточка. Посмотрите. $360. Симпатично. Я думала, что это платье. Может, это платье? Может, и кофточка, не знаю. Много чего-то у них вот этого зеленого. Есть вот такие вот шорты. У меня, кстати, шорты хорошие, довольно длинные. Меня что-то сдвинуло на шорты в последнее время, если вы обратили внимание. Я все время меряю шорты, но больше не буду. Ну, то есть не больше не буду, а сегодня, наверное, не буду. Мы, конечно, сходим с вами в их сейл, посмотрим, что у них есть. Так, вот это интересно, это платье или... Да, или туника такая. $330, может быть, это шелк. Ну, вот такие сарафаны есть у них всех цветов. Есть синий, белый, есть желтенький такой у входа висит. Сарафанчик. Не особенно нам это интересно. Вот такой сарафан за $460. Боже мой, как дорого. Такой вот красивый трехъярусный. А вот такой белый, как синий. Ну, в общем, у них красивые есть вещи. Это я там. Здрасте. Hi, I'm good, thanks. У них есть красивые украшения. Но тоже не дешевые, а очень, наоборот, даже дорогие. Are you shopping for anything today? No, I'm just... Browsing? Just browsing, yeah. Alrighty. Just so you know, we do have a couple of like items going on sale today. Okay. The silks in the back, the baby blue color, has an additional 50% off. Oh. Yeah. Would you like some of them? Which one? Yeah, these ones. Okay. Anything with like the sale sign has an additional 50. Oh, everything. Wall.
Oh, I see. Yeah, these two. Oh, really? Yeah. So we have a lot of sales going on right now. It's so everything is 50% additional? Sorry? Not everything? Oh, just anything with these sales lines? No. I mean, everything that's on the sale yes. has 50% additional. Yes. Okay. Yeah. Oh, and thank you so much. One. So we have this. But it's regular price, no, right? No, these ones are all additional 50. Oh, nice. Yeah. Very nice. Thank you so much. No problem. Вот то, что я вам говорила, что у них редко бывают распродажи и все такое. Но вот она мне сказала, девочка, что все, что на распродаже сейчас, еще 50% скидка. Ну, допустим, если это стоит там $144, $145, то это будет $70. То есть еще половина от того, что есть написано на ценнике. Так, она меня оторвала от украшений, которые мы с вами рассматривали. Я, может, потом к ним вернусь. Кожаные курточки. Смотрите, какие симпатичные. 650. Ну, знаете, что для кожаной куртки это не так страшно. А, интересная сумка. Это тоже все на распродаже. И у них еще 50%. Ну, хорошо. А, кстати, у них есть обувь. Давайте посмотрим обувь. Какие сапоги красивые, оранжевые, правда? Замшевые. Ух ты. А. И они стоят $100. И от них еще половина. То есть это будет $50 сапог. Вау. Девочки. Вот мы попали, как хорошо. Это тоже симпатичный сапог. Тоже стоит 99. Я правильно вижу? Или это 199? 99. Я же такая слепая. Но мне кажется, что они есть только вот в том размере, в котором я не вижу здесь их в коробке. Вот там внизу две какие-то коробки большие. Вот какие-то босоножки. Ну, конечно, все-таки размеры, что меня совершенно не... Ну, размера нету ничего. Мне понравились эти сапоги оранжевые. Смотрите, какие классные. Падает. Шикарный сапог. А вот там и размеры. Они такие маленькие. 6,5. Да, это мой размер. Давайте я их сейчас померю. Попробую ногу сунуть. Боже мой, какая красота. Мой размер мне подходит. Я не знаю, если они по-настоящему замшевые или нет. Надо спросить. Сейчас я пойду попробую в зеркало себя посмотрю. Класс. Мои юбки подходят, да? Классные сапоги. Я сейчас посмотрю, правильно ли я увидела цену. Одену очки, потому что я такая слепая. Классные сапоги, девочки. Цвет шикарный. Так, я вернусь к украшениям. Украшения $60. Сережки дорогие довольно. Колечко красивое. Напрасно я очки сняла, опять я ничего не вижу. 75. Ну, оригинальное такое, правда? Очень красиво. Жалко, что на них нету сейла. Так, вы считаете, мне нужны оранжевые сапоги, девочки? Я считаю, что да. Они из настоящей замши, из натуральной, и стоят $100. И будут стоить, получается, $50 они получаются, это очень дешево. Для настоящей замши. Ну, очень дешево, но недорого. Так, пойдемте, я себе наберу что-нибудь попримерять. Ну что ж, девушки, мы в примерочной. Как приятно. Музыка не гремит. Примерочная большая. Можно себя издали показывать. Соседей почти что нету. В общем, магазин довольно пустой. Я хочу взять свои слова назад, которые я сказала в начале, что магазин стал очень дорогой и... скидки почти что прекратились в нем, поэтому я перестала в него ходить. Я хочу сказать, что вот сегодня я обнаружила, что здесь есть вещи, которые довольно-таки не очень дорого стоят. Знаете ли,
Я их принесла с собой в примерочную. И сапоги, которые я примеряла, оранжевые, за $50, замшевые. Как оказалось, я их отложила на кассу. И, слушайте, я их куплю. Мне они так понравились, такой цвет. И они такие удобные. И такой, знаете, я понимаю, что этот цвет очень непрактичный, то есть часто их не будешь носить, но это замшевые сапоги за $50. Кстати, вот очень подошли бы к моей юбке сегодняшней, но я уже не стала их тащить в примерочную, вы видели, я вам показала перед зеркалом их на себе. Они шикарные. Когда-нибудь зимой я вам точно их покажу. Давайте будем примерять. Ну что, начнем с платья. Любимая моя одежда. Платье такое немножко старомодное. Ну, симпатичное. Стоит оно $120 сейчас, значит, с него еще 50% скидка, это будет 60, что немного. Если вам нужно такое вот на выход нарядненькое платьице, то вполне, это вполне нормальная цена. Оно мне немножко большое, потому что это 12 размер, можете себе представить. 12 размер, я тут принесла брюки 6, по-моему, я, наверное, в них не влезу. Но не важно, я, конечно, такая гуттаперчевая дама, я примеряю все, начиная от Extra Small до Extra Extra Large. Мне все подходит, смотря где, в каком магазине. Это мне немножко великовато, но оно не выглядит большое. Вы знаете, платье симпатичное, красивый цвет, очень такой интересный фасон, немножко такой outdated, я бы сказала, немножко вышедший из моды, но вполне себе такой... Такое, знаете, немножко выпускной 2005 года, но в общем и целом симпатичный, очень красивый цвет, красивая такая фактура. Ткань не знаю, посмотрю, если окажется, что что-то интересное, то я вам скажу, а если окажется, что терпеть, даже не буду говорить. Мой второй комплект, это не совсем мой стиль, но мне он нравится, значит, рубашка. Рубашка сделана из натурального шелка, я уже посмотрела. Не помню, сколько стоит, я потом вам скажу. И вот такие вот брюки, я потом их надену с чем-нибудь другим или заправлю рубашку, чтобы вам их показать. Брюки классные, вы знаете, вот они такие вот cargo pants, что называется, cargo брюки с такими вот карманами. Замок, здесь такая еще завязка какая-то на поясе, я ее заправила в карман, чтобы не торчала она. И внизу они такие немножко сужены, видите, вот здесь. Их можно сделать еще уже, видите, там пуговицы, я вам потом покажу, когда сниму себя. Сейчас я так вот вам покажу, чтобы вы видели длину этой рубашки. Она такого защитного цвета, с карманчиками, классная. И брюки. Ну, сейчас я заправлю рубашку и покажу, как это выглядит, как брюки выглядят с заправленной рубашкой или с какой-то коротеньким топом. Мне кажется, очень-очень даже симпатично. Смотрите, как классно. Такой сафари стиль, правда? Я не уверена, что оно подходит по цвету. Вот именно эта рубашка к этим брюкам. Но по фасону, мне кажется, это классно. Это прям такой, знаете, очень стильно, мне кажется, выглядит. Немножко цвета как-то не танцуют друг с другом, но, в принципе, мне нравится очень. По отдельности рубашка мне нравится, и мне нравятся вот эти брюки. Видите, как брючки выглядят сзади? Очень неплохо, по-моему. У них еще тут резинка на поясе. В общем, это очень удобно. И они так сели хорошо на меня, правда? Проблема у меня в том с брюками, что я их покупаю, а потом не ношу. У меня полный шкаф завешен брюками, но почему-то я их не ношу. Вот не знаю. Я люблю юбки, я люблю платья, а до брюк у меня никогда руки не доходят, хотя вот эти вот прямо очень классные. Прямо очень классные. Очень нравятся. Так, видите, рубашка размер medium, видите, написано 100% шелк. Стоит она сейчас $100, и с нее еще 50%, значит, она будет стоить 50. Я вам хочу сказать, что, допустим, в том же Massimo Dutti, когда у них самый уже последний сейл распродажа, то вот шелковые блузки можно купить за $50, дешевле не бывает. А это магазин классом повыше, чем Massimo Dutti, хотя, если честно, мне кажется, что качество у них не лучше. Ну, примерно такое качество, как Massimo Dutti, только они намного дороже, когда это оригинальная цена, но когда у них распродажа, то они, вот видите, в принципе, могут сравняться с ценой, допустим, масс-маркета. Смотрите, какой классный свитер, девочки, просто шикарный свитер. Это размер Extra Large, 100% хлопок. Стоит он $60 и плюс 30%, ой, плюс 50% скидка с него, это будет $30. Красивый, 100% хлопок.
прекрасного качества, прекрасный размер. Мне так нравится. Я, конечно, его заберу с собой домой. Так вот их можно немножко подзаправить, этот свитер, брюки. Любая такая балки большая вещь, если ее вот так вот немножко подзаправить с одной стороны, она сразу как-то становится выглядеть так. У меня плохо получилось, я умею это лучше делать, но вот видите, как-то так вот красиво. Брючки имеют состав, это лиоцел, лен и хлопок. Хороший состав. И это был размер 8, сделано в Иордании, понимаете, да? И они стоят $104, значит, это будет 52. Хорошая цена. Видите, у них здесь сделан вот так вот пояс внизу. У них еще можно, их можно еще немножко сузить. Я не знаю, если это нужно, потому что они довольно-таки сужены внизу. Вот тут вот такая складка. И еще есть дополнительная пуговица, что можно их сделать еще уже. Очень интересный фасон. Хорошие брюки, красивые. Очень красивая юбка, но она не на сейле. Я вам ее показывала в начале, она у них висит на витрине, и она у них находится в начале магазина, я вам ее снимала. Это размер 6, тоже мне, кстати, как раз. Ну, потому что это юбка. Брюки, видите, мне нужен 8, вот эти брюки 8, а юбка 6, и видите, она нормальная. Мне такая длинноватая немножко, очень красивая она вот здесь, видите, у нее 3 волана. И вот такая полоска вертикальная и горизонтальная. И пояс также сделан. Очень красивая юбка. Она с подкладкой. Я думаю, что она хлопковая. Я посмотрю состав. Мне интересно, да? Но красивая, очень красивая юбка. Прям такая. Но она очень дорогая. Она стоит $260, по-моему. Я сейчас посмотрю точно, сколько. Видите, я так со свитером немножко его тоже подзаправила. Кстати, они по цвету подходят. Здесь серый есть, а свитер такой светло-голубой. Серо-голубой такой, я бы сказала. Ну, в общем. Значит, юбка, подкладка у нее 100% хлопок. Видите, вот тут у нее такая подкладка. А верх район с хлопком. И вот эта золотая ниточка такая. Красивая, конечно, юбка. Ну, конечно, очень кусачая цена. Вот так называется магазин. Банана Репаблик. Ну, я вам вначале, наверное, сказала, не помню. $260, 100 размер, $260. Ну, вот такие здесь цены. Он очень дорогой. Но, видите, на распродаже бывают хорошие цены. Свитер, например, этот, который нам нужен. Так, смотрите, свитер Extra Large. $60, значит, стоит он 30. Это вообще даром. 100% хлопок. Не знаю, мне кажется, он совсем не такой уж и большой. Очень красивая вязка. Он такой толстый, тяжелый, но хлопковый. То есть, как бы, хороший свитер. Так, это вещи с распродажи. Посмотрите, какая красивая блуза. Такой красивой, красивой расцветки. И такая очень... подкладка у нее есть. И такой, такая приятная ткань. Она стоит $135. Ну, кстати, я хочу сказать, что у них часто нужно подходить к кассе и спрашивать. Потому что очень часто, что цена, которая стоит на этикетке, она не окончательная. На кассе они пробивают, и она оказывается дешевле. Значит, блузка стоит $135. Это получается, что она будет стоить... Ну, в общем, в районе 70 там чем-то долларов. Дороговато. Для кофточки дороговато. И юбка столько же стоит. Тоже 135. И она тоже будет стоить столько же. Юбка обычная, простая, просто на резинке. Такой яркий, красивый цвет, но очень длинная. А блуза просто шикарная, очень красивая блуза, тут, знаете, такой вырез красивый у нее, и сзади у нее на резинке, спинка на резинке, я вам потом покажу, сделаю. Очень красиво вместе, такие красивые рукава. Немножко цвет, я больше думала, что, знаете, здесь такой желтый, ну, здесь желтый такой больше лимонный, а этот желтый-желтый такой. Кстати, еще вот с этими брюками можно примерить, вот, наверное, с брюками. Где они? Ну, тоже неплохо, но немножко другой стиль. Брюки такие спортивные, карго, а блузочка такая очень романтичная, красивая, конечно. Спрошу цену. Может, не буду, а может, оставлю, не знаю. Она очень хорошо сделана, у нее красивая, такая, знаете, она с одной стороны такая широкая, ну, как бы не облегает, а с другой стороны она такая по фигуре.
вот так отсюда, знаете, то есть не какой-то не очень широкий балахон, а такая красивая. Ну, юбка, конечно, такая длинная, большая. Ее, конечно, надо было бы отрезать немножко, потому что уж очень длинная. Очень симпатичная, сделана, видите, медиум размер, хороший размер. Вот написано 100% вот такая вот ткань. Я не знаю, что это такое. Просветите меня, девочки, у меня в комментариях девочки, которые все знают. Вот так вот это по-английски. Я пыталась перевести на русский, он мне пишет вот рамии, вот так вот рамии, и так и будет, рамии. Ну, anyway, значит, подкладка у нее тоже хлопковая. Подкладка очень хорошо сделана, видите, вот здесь вот на спинке. И спереди вот так вот она пришита, а в рукавах подкладки нету. И за счет этого вот рукава немножко прозрачные, а кофточка нет. Но видите, как аккуратненько, хорошо это все сделано. Здесь такой вот узелок. И сзади, вот видите, резиночка. Да, и цена... Я вам показала цену? Самое интересное же. $135. Трам-пам-пам. Так, эта юбка тоже медиум, тоже $135. И видите, вот тоже... Верх сделан из этого рамия и подкладка из хлопка. А стоила она, не знаю, надо отковырять эту прилепку, чтобы понять, сколько она стоила. Ну, даже намет, вот это стоило 260, ну, значит, это тоже, наверное, 200 с чем-то, 220. Да, ну, яркая очень такая, прямо очень цыганская немножко. Девочки, офигенно красивое платье. Я даже нацепила сюда мой кулон. Во-первых, потому что он подходит, мне кажется. Во-вторых, здесь такое огромное декольте, что я немножко прикрываюсь. Очень красивое платье, черное, темно-синее, не пойму. Вот так здесь очень красиво сделано. Такой, знаете, фасон греческой богини. Очень низкий вот здесь вот вырез, практически до талии. И виден лифчик, это нехорошо. То же самое сзади, спина вся голая такая же. Вот как здесь вырез, так и сзади. Но она очень красивая. У него такая красивая, легкая, тонкая ткань. Я думаю, что она сделана из чего-то очень сильно натурального. Все. Видите, здесь просто такая вот оборочка как-то идет. Здесь вот это все так вот красиво-красиво сделано. Причем это размер медиум. Здесь есть замок. Но я влезла в него, мне замок не надо было открывать. Вот такое платье. Но оно стоит сейчас $200. И со скидкой будет стоить 100. То есть со скидкой она стоит 200 на сейле, на распродаже, и еще 50% то, что у них есть экстра, оно будет стоить $100. Ну, дороговато тоже. Как-то красиво, конечно, платье, но оно очень непрактичное. Вот эти все выреза. Единственное, что можно вниз носить какую-то типа футболку или вот что-то такое. Но это уже как-то так, мне кажется. Его надо носить без лифчика, basically. То есть вот спина открытая, бока вот эти на выворот все. Никакого белья здесь не должно быть. Но я не умею без белья. То есть не то, что не умею, мне некрасиво. Мне уже не те формы, чтобы ходить без белья, девочки. Я женщина не молодая и с этими, с признаками старения. Красивое очень платье. Очень красивое. Смотрите, какое. Прям жалко снимать не хочется. Так красиво оно сделано. И очень какая-то приятная ткань. Сейчас посмотрю, может, такая же рамия, вот это вот, но это такая более такая колючая, а это такая прямо мягкая. Какая красота. Состав платья: район, вискоза и шелк. Ну, шелка мало, но он есть, а подкладка сделана из район и вискоза. Ну вот чувствовался шелк мне, потому что прям такая, знаете, хорошая ткань, красивая. Видите, так он здесь вот оборочка, здесь так все красинько, ну очень-очень большие выреза. Так, $207 оно стоит, значит сейчас оно стоит 100 там с чем-то, размер медиум, стоило 260, по-моему, вот просвечивается. Ну, и неудобные, конечно, вот эти вот большие проймы и очень большой вырез и сзади, на спине. Единственное, что здесь есть такая вот какая-то веревочка, которую можно вот так затягивать и... как результат, чтобы оно не сваливалось с плечей, можно как-то затянуть и завязать тут еще такие бумбелки. Ну вот и сзади так оно будет. Эх, красивое платье, красота. Ну что, девочки, у нас получились хорошие примерки.
Мне понравилось много чего. Покупать я буду сапоги и все остальное, не знаю, посмотрим. Свитер, наверное, голубой. Брюки бы купила, если бы я их носила. Но я так редко и так мало ношу брюки, что просто это вот просто выброшенные деньги. Магазин красивый, примерочные хорошие, светлые, музыка тихая. Ну, правда, народ там тоже пошумит немножко, но не так, конечно, как в Заре там или в других магазинах. Вообще, после последних примерок в Заре мне как-то вот здесь все очень понравилось. Что-то я на Зару обиделась. Но качество хорошее, хорошие ткани. Вот, наконец, начали кричать у меня за дверью, так что, чтобы жизнь медом не казалась. Но под конец уже ничего, пускай кричат. Все, девочки, люблю, целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень буду вам благодарна. Увидимся снова в следующем видео уже очень скоро. Всем пока-пока. Всем привет из Канады.